умер от переохлаждения. Сегодня в Следственном комитете сообщили о подробностях расследования дела о найденном в мусорном баке младенце. Говорится, что предварительной причиной смерти новорожденного мальчика является переохлаждение. То есть в мусорный бак его положили еще живым. Поиски матери младенца продолжаются. Появились новости и в деле таксиста, сбившего двух инспекторов ГИБДД еще в середине октября. Стали известны результаты автотехнической экспертизы. По версии следователей, водитель такси, приближаясь к перекрестку Московской и Производственной, видел ДТП, которое оформляли сотрудники ДПС, но не сбавил скорости, не изменил траекторию движения. Это подтверждает и кадры, снятые на камеру наблюдения. Видно, как белое Рено на полном ходу сбивает двух сотрудников ГИБДД, которые оформляли другое ДТП. Водитель тогда заявлял, что не видел людей в спецжилетах, но их видел, как ни странно, пассажир такси. Ехали на зеленый свет, но он не заметил почему-то полицейских, которые стояли на перекрестке, и врезался прямо в них. Я видел их прекрасно. Я крикнул ему, но не успел, он не успел затормозить. Они смотрели, стояли на 10 метров дальше от них. Так они в жилетках? Я, может, на машину обратил внимание. А перед собой смотрите. Подозреваемому предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинению тяжкого вреда здоровью человеку и смерть. Напомним, один из инспекторов от сильнейшего удара скончался по пути в больницу. Второй до сих пор находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Виновнику уже предъявлено обвинение, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Водитель такси продолжает находиться под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.